Ребята, всем привет! Сейчас я буду снимать вторую часть видео. Буду разукрашивать комнату. Стены будут у нас желтые. В комнате. Красить я буду акварелью. Вот я уже разукрасила стены желтым цветом. Потолок у меня останется белым. Теперь я буду красить кровать, она у меня будет зеленого цвета. Лестницу на кровати я покрашу тоже зеленого цвета. Теперь красим картину голубым цветом. Море рисую. Красим кровать. Подушки у нас будут розового цвета. И эту подушку розовую красим. Одеяло здесь вот красим красным цветом. А здесь розовым красим. И матрасы покрасим вот такого салатового цвета. И красим окна теперь.
Внутри мы их красим голубые. Вот мы сами рамы оставим белым. Лапа у нас будет зеленого цвета. Вот такой. Стакан вот этот я покрасила синего цвета. Теперь покрасим компьютер. Внутри он будет выключен, там вот такой цвет. И красим теперь клавиатуру. Такие кнопочки делаем маленькие на клавиатуре. Примерно так вот поделайте. И все, такая вот клавиатура у нас. Получилось. Теперь мы красим стол. Стол у меня будет вот такого вот цвета. Правда, ржан раскрашу, что я уже раскрасила, теперь мы здесь будем красить таким вот цветом, фиолетовым. Теперь будем разукрашивать мы шкаф. Шкаф у нас будет такого цвета. Так, мы разукрасили, теперь будем красить внутри. Внутри он у нас будет вот такого цвета.
как получился, теперь разукрашиваем стул. Вот такой вот цвет. Осталось нарисовать только полупол. У нас будет такого оранжевого цвета. Ребята, если вы хотите нарисовать, как эту комнату нарисовать, смотрите первую часть, как ее нарисовать. Не забывайте подписываться. Пол я покрасила, теперь потолок все-таки я решила разукрасить розовым цветом. У меня вот такого цвета. Теперь вот такие полосы рисуем на полу. Также оранжевым цветом. Так делаем по всему полу. Теперь вот здесь вот проведем синим цветом. Лестницу также вводим. Ой, не синим цветом, а зеленым. Чтобы она была поярче, вводим. Нарисовали комнату. Вот такая у нас комната получилась. Пишите комментарии.